Когда-то волею судя, показавшиеся в Узбекистане представители корейского народа, вот уже на протяжении 80 лет проживают в нашей стране в мире и согласии. Сегодня корейская диаспора является неотъемлемой частью многонационального народа нашей республики. На торжественном мероприятии, посвященном этой дате, было зачитано приветствие президента Республики Узбекистан. Также было продемонстрировано видео с поздравлением президента Республики Корея Мун Чжэ Ина. В нашей стране высоко ценится вклад корейцев в социально-экономическое развитие республики, наращивание промышленного и сельскохозяйственного потенциала, прогресс в области науки, образования, здравоохранения и в других сферах. Отметим, что 283 представителя корейской диаспоры удостоены высоких государственных наград и званий. Многие обрели большой авторитет в нашем обществе. На этот праздник поздравить корейскую диаспору Узбекистана приехали со многих стран мира, в частности политики, депутаты. Приехали из Соединенных Штатов Америки, приехали из Чили, Австралии, Германии. Все, чтобы поздравить корейскую диаспору Узбекистана. И они увидели, как корейцы, 80 лет проживая на узбекской благодатной земле, живут счастливо, обрели свою родину, сохранили все свои традиции и обычаи на этой благодатной земле и живут совместно с узбекским народом, как одна семья. В зале было очень тепло, многие прослезились, увидя вот такое благодатное отношение. Поэтому сделано это было для того, чтобы грядущие наши поколения, дети наши, знали, какие наши добрые отношения сохранились 80 лет в Узбекистане. На праздничном мероприятии было отмечено доблестный и самоотверженный труд наших соотечественников-корейцев, их созидательная деятельность, направленная на процветание Узбекистана, вписали яркую страницу в историю достижений нашей страны.